Владимира Михайловича Дельбина вновь пополнилась раритетными экспонатами. Центральный академический театр Российской армии передал нашему музею сценический костюм Владимира Михайловича и его партнерши по спектаклям «Гримировальный столик ТЮМО» и «Коллекционное театральное кресло». Владимир Михайлович сыграл более 70 кинофильмов и огромном количестве спектаклей. И вот теперь яркие феерические роли воплотятся в стенах нашего музея. Ведь именно сценический костюм позволяет нам представить любимого актера, воплотить его в жизнь. Любой спектакль начинается с гримёрки. Именно здесь артист перевоплощается в сценический образ, наполняется творческим вдохновением и готовится выйти к зрителям в зал. Пополнилась коллекция домашнего интерьера Владимира Михайловича Дельбина. Сергей Леонидович Шебека, друг актера, передал в дар музею диван, старинный стол и стеллаж с книгами, которые долгое время сопровождали Владимира Михайловича. Возможно, были свидетелями его работы над ролями, семейных чаепитий и задушевных бесед. Наш музей хранит богатые культурные традиции нашего города и области. С самого основания музея с 1995 года в экспозиции представлена информация о жизни в нашем городе семьи Владимира Михайловича Дельбина. Его отец Михаил Евгеньевич, военный капельмейстер, профессиональный музыкант, в нашем городе обучал игре на музыкальных инструментах, выступал с концертами в городском парке, был назначен директором в открывшуюся в 1918 году Народную консерваторию. Здание консерватории сохранилось до сих пор, расположено неподалеку от нашего музея, теперь там школа. Также рядом с нашим музеем был расположен дом Владимира Михайловича. Коммерческое училище, в котором обучался его старший брат Георгий, теперь это часть здания Мичуринского ГАУ. И рядом с нашим музеем находится Боголюбский кафедральный собор, в который артист ходил вместе со своей мамой. Владимир Михайлович Дельбин прожил в нашем городе всего 5 лет, но за это время он всем сердцем полюбил наш город, всегда вспоминал о нем и всегда был рад сюда вернуться. Создание мемориального музея на родине Владимира Дельбина символично. Наш земляк вернулся в наш город и теперь уже навсегда. Пусть обманет мечта. Бороться, когда побежден. Искать и по силе задачи. И жить до скончания времен. Любить пусть
пусть обманет любовь, остаться неведомо где, когда опускаются руки, тянуться к далекой звезде. Вот мой девиз, прямые пути, мой долг безнадежно и смело идти, сражаться, когда все гадают и ждут, поручая несчастных, что сами тебя не спасут. Погибну в бою и неравном бою, но пройду, до конца я приму и дорогу свою.